Приветствуем всех зрителей телеканала «Экспорт» в программе «Веб-конференция». Сегодня интересный, как всегда необычный гость, который нам расскажет о мотокроссе. Сегодня у нас в гостях бронзовый призер чемпионата Европы в классе Open 2018 года Дмитрий Османов. Всем привет. Я приветствую тебя, Дима. Я очень рад, что ты нашел время буквально сразу после завершения чемпионата приехать к нам в студию. Ну и сегодня, соответственно, разговор пойдет о том, как тебе удалось, насколько удался этот чемпионат. Ну, в принципе, можно говорить, что он удался, потому что, в принципе, третье место, бронза в такой непростой борьбе, это, наверное, тоже неплохо. Как для себя ты оцениваешь этот результат? Хорошо это или не очень? Ну, конечно же, хорошо. Мы приложили много усилий для этого. Хотели поначалу занять первое место, вот, но не совсем получилось. Мне всегда интересно, знаете, когда говорят «мы», да? Когда говорят «мы», это для многих гонщиков характерно. Это значит не мы во множественном числе, там, Дмитрий Османов, а ты и твоя команда, да? Да, прежде конечно. Всего. Я хотел бы спросить, твоя команда, она из кого складывается вообще? И насколько вот это «мы» помогло тебе в этом чемпионате? Ну, в первую очередь, моя команда состоит из моего отца. Это мой же тренер. Также из спонсоров, которые помогают мне участвовать на этих соревнованиях. Ну и, конечно, поддержка — это мама, девушка, брат и просто болельщики, они все мне помогают, и вот мы вместе. Ну, в основном у вас получается такой семейный состав, да, вот вашей команды, которую, я знаю, что ты выезжаешь на все украинские соревнования всегда со своим отцом, который у тебя и тренер, и механик. Так же происходит и на чемпионате Европы. Да, конечно. Мы всегда ездим вместе, потому что, ну, без него я просто не смогу принимать участие, вот, потому что он мой механик. В первую очередь, я в мотоциклах ничего не понимаю, так в плане ремонта, в плане всего. Я действительно так... ничего не понимаешь за столько ну, лет? Ну, нет, ну, понимаю, конечно, там, как масло поменять или что, но если там какой-то серьезный ремонт, то я не смогу, поэтому, ну, только мой отец мне сможет помочь, вот. Ну, наверное, в этом задача гонщика прежде всего состоит, ехать, да, потому что на многих конечно. Международных соревнованиях гонщики вообще приходят, получают мотоцикл и сразу едут. У вас все-таки приходится где-то там советоваться, ну, а твоему отцу, насколько я знаю, приходится довольно часто что-то там делать и что-то менять. Скажи мне, пожалуйста, в этом году вот уровень твоей технической подготовки, ну, в плане, я имею в виду, мотоцикла, насколько серьезно отличался от предыдущего? Были ли какие-то у тебя, скажем так, новшества, да, и насколько он вообще был, скажем так, удачным? Ну, мотоцикл очень удачный. Я перешел на КТМ в том году я ездил на Ямахе. Ну, что могу сказать про мотоцикл, он мне понравился где-то больше, где-то меньше, но если в целом судить, то я думаю, что немножечко больше понравился, потому что он немножко легче, немножко быстрее, немножко лучше подвеска. Все по чуть-чуть сложилось, и вот, наверное, я и в дальнейшем выберу этот бренд. Вот, но Посмотрим еще, да? Да, еще... мы еще посмотрим, не знаем, какую новинку нам еще, какая новинка появится у Ямахи, поэтому будем смотреть. Не хватает мотоциклов, потому что вот в этот сезон мы поехали на одном мотоцикле, и, ну, просто его не хватило. И на последних этапах я уже ездил не на хорошем мотоцикле, он уже износился, он уже проехал порядка 60 часов, поэтому хотелось бы новый, но не сложилось. А у тебя, насколько я знаю, так получается, что у тебя один мотоцикл, да, фактически боевой, что называется, да? Потому что обычно гонщики имеют 2-3 мотоцикла и даже на этап приезжают, причем, ну, боевых таких, то есть это те, которые в любой момент можно один равноценный другому, да, заменить. У тебя не такая ситуация? Бывает и такая, но в данный момент не такая. В данный только один мотоцикл и второй сейчас пытаемся взять. Тяжело просто содержать два мотоцикла. У нас же получается, как всегда, ездим на одном, потом его продаем, покупаем новый. Вот. Если купить новый с нуля, это уже затратно достаточно. Вот. Давай поговорим немножко о чемпионате. Хотелось бы, чтобы ты, может быть, рассказал больше, насколько сильная конкуренция в этом первенстве в этом году. Да? Ну и что собой представляет чемпионат Европы в классе Open вообще? Да, конечно, в этом году очень сильная конкуренция, потому что приехали сильные спортсмены. Это Мартин Мичек, чех, он, если я не ошибаюсь, серебряный призер чемпионата мира MX3. Вот. Также приехал и Евгений Михайлов, и тоже очень сильный российский спортсмен, поэтому с ними было очень тяжело. Вот. Например, спортсмен, который был в том году третий, это Петр Барташ, тоже чех,
Он в этом году, по-моему, всего лишь шестым стал. То есть при этом это видно уровень. Очень высокий. Первые, получается, три этапа я боролся за второе место с Евгением Михайловым. Мы рубились, обгоняли друг друга. Но на четвертом этапе в Хорватии у меня случился инцидент. Мы столкнулись со словенским пилотом, если... Ирт, по-моему, нет? По-моему, да, Ирт. И просто забыл, как зовут. И... Ну вот я сейчас как раз тоже смотрю и открыл... открыл непосредственно зачет в чемпионате, да, где можно посмотреть и увидеть, что, ну, действительно, слушай, на первых этапах у тебя, ну, не было вообще как такового преимущества, да, вот я смотрю, у тебя было, вот первый этап, если взять вообще, он прошел, ну, достаточно, скажем так, неожиданно, да, потому что, ну, действительно, все мы хотели и верили, ну, это имеется в виду украинские болельщики, спортивные журналисты, в то, что Дмитрий Османов в этом году способен уже завоевать титул чемпиона Европы, поскольку, ну, для тебя выезд в чемпионате в Опене это уже третий или четвертый год, по-моему, подряд. Ну, третий подряд, это точно, третий. Да? При том, что результат 2016-го, соответственно, года, это был тоже бронза, да? Да. В 2017-м Дмитрий смог улучшить свой результат и стать серебряным призером чемпионата Европы. Первое место занял тоже украинский спортсмен Владимир Тарасов. А вот, ну, о той борьбе и о участии Владимира в этом чемпионате мы еще можем поговорить. Да? В 2018-м снова, да, третье место, но, опять же, совершенно непростая, совершенно непредсказуемая борьба. Действительно, вот первый этап, это всегда проверка себя и проверка конкурентов. Да? Вот каким он для тебя был, каким запомнился и почему именно такой результат? Насколько я понимаю, ты в тройку не попал на подиуме первого этапа. Судя по количеству баллов. 16 и 18 у тебя в первом заезде 16, во втором 18. Да, это был первый этап, и я еще был не раскатан, потому что все, ну, топовые гонщики, да, которые хорошо едут, они зимой выступают на чемпионате Италии. Вот, там порядка трех этапов он идет, ну, короткий чемпионат, вот. Но эти гонки дают очень сильный прирост в плане вот как раз вот этого вот, как сказать, чувства себя в гонке, да, на старте. У меня этого не было. У меня перед чемпионатом Европы был только один выезд, вот, на гонку. Это вот в Бортничах у нас было под Киевом, первый этап Кубка Украины. И поэтому я еще себя чувствовал неуверенно на старте. Поэтому я стартовал не столь хорошо и выбирался там, ну, там не с последних, но с середины, да, пелотона, поэтому мне было тяжело. И поэтому я еще тогда не мог конкурировать с Михайловым. Вот. И также на той гонке был очень сильный спортсмен. Клемент Герчер. Клемент Герчер, именно он выиграл оба заезда. Да, он тоже очень сильный, он призер чемпионата мира, так же, как и Мартин Мичик, поэтому мне с ним конкурировать было тогда еще тяжело. Угу. Вот, ну, поэтому... Поэтому такой результат. Скажи мне, а с чем связан вот этот вот недостаток твоего гоночного опыта, именно в, ну, не опыта, скорее, а процесса, может быть, да, в начале сезона, когда... Действительно, мы знаем, что Тарасов ездил в чемпионате Италии, еще спортсмены где-то выезжали, а у тебя, по сути, с твоей рабочей трассы на Троещине и одной гонки в Украине пришлось выехать. Почему так? Ну, потому что, опять же, не хватает финансирования, потому что, ну, на чемпионате Италии нужно хотя бы, чтобы туда доехать на этапы, ну, я не знаю, это нужно 4-5 тысяч долларов, чтобы проехать как раз эти три этапа. Поэтому у нас их, как всегда, не было. Мы эти деньги потратили на новый мотоцикл. Вот, за что спасибо Евроинс Украина, которые меня поддержали и купили мне этот мотоцикл. Поэтому просто не хватило денег, мы тренировались как могли. А что, поддержки какой-то от Федерации мотоциклетного спорта Украины не существует? Никакой поддержки. Мне, если честно, вот за три года, сколько я привожу медаль чемпионата Европы, ничего вообще не дали. И даже... не позвонили, не сказали, там, Дима молодец или что-нибудь еще. Вот. Ну что ж, да, действительно, немножко грустноватая ситуация, скажем так. Но мы будем дальше общаться. Мне все-таки интересно, когда произошел такой момент, ну, скажем, переломный, не переломный, да, но когда ты все-таки понял. Первый этап, да, он, наверное, был немножко, скажем,
ну, для тебя печальным, да? То есть ты где-то так осознал, что ого-го, то есть по сравнению с прошлым годом здесь будет еще серьезнее. Да. Но я знаю, что ты обладаешь прекрасными бойцовскими качествами, я уверен, и глядя на результаты всего чемпионата, что ты не сломался, то есть и начал пробираться вперед. Когда это произошло и как ты понял, что ты можешь конкурировать с этими серьезными, ну, и опытными гонщиками? Ну, я знал, где будет следующий этап, он был в Венгрии. Я знал, я уже был на той трассе, Кишкин-Ланхаза, там песок, вот, а песок я очень сильно люблю, на песке я еду значительно быстрее, чем на твердом грунте, поэтому в своих силах я был уверен, плюс был небольшой отрезок времени, где можно было потренироваться. Мы сразу после Словении поехали тренироваться в Венгрию на эти треки, похожие, вот, мы хорошо потренировались, выехали, и, в принципе, у меня по силам я ехал на третье место. Вот. Почему на третье? Там тоже ездил очень сильный венгерский спортсмен Хегец. Вот. Но хотя со старта я стартовал сразу же за ними. Вот. Первый Хегец, второй Мартин Мичик, третий я. И в принципе мы ехали почти весь заезд, колесо в колесо. Вот. Я им не проигрывал, но все же не хватало немножко мне то ли наката, то ли уверенности. То есть я им не проигрывал по скорости, но не мог их обогнать, хотя и не отставал. Вот, поэтому в Венгрии для меня этап прошел очень хорошо. Вот, я там раскрылся, показал. Два третьих места, да, если не ошибаюсь, да, после того, как после, собственно, Мичика и Герчера, да, да. А нет, здесь у нас на втором месте был. Нет, Герчера там не было. Да, чек с номер 141, его зовут Эрик, а так как это местный гонщик, то фамилию его... Хегец. Хегец, да, даже прочесть было сложно. Тоже, то есть ты уже нормально, уже со второго этапа ты уже понимал, что ты готов, по крайней мере, и способен обогнать там Евгения Михайлова, тоже опытного, да, спортсмена, да. И ты как раз его оставил там позади, да, потому что для него это тоже такой поход, он возрастной гонщик уже такой, по-моему, ему уже около 30, или за 30 даже, да. Ну, где-то около того. Да, и он такой пошел снова там в поход за чемпионством Европы, да. Говоря о том, что в прошлом, пока немножко сделаем такую ретроспективу, да, на прошлый чемпионат и позапрошлый Open, там основными твоими соперниками были украинские спортсмены, украинские гонщики. Владимир Тарасов, с которым ты рос вместе, с самых ранних лет вы тренируетесь и общаетесь, и взрослый опытный Роман Морозов. Да. Ну, в этом чемпионате в силу разных причин, вот Владимир выехал только на один этап, Роман... Я вообще, по-моему, он не выезжал ни одного этапа. Владимир показал как раз в том же самом в Венгрии, да, на этой трассе. Более, скажем так, скромный результат, если можно так назвать. Насколько ты понимал, скажем так, свою конкурентное, может быть, преимущество в этом году перед Тарасовым, как минимум? Ты чувствовал, что ты можешь, если бы вот он ехал, гипотетически, да, то есть все же ожидали, что он тоже поедет, но Володя все-таки решил этого не делать, сконцентрировавшись на других чемпионатах. Так вот, насколько ты был готов и действительно боролся со своим соперником? Ну да, конечно, я в этом году был готов как никогда, вот, как и всегда, поэтому на первом этапе, вот, я же говорю, в Бортничах мы ехали примерно одинаково, вот, но там все-таки ему удалось одержать победу надо мной. В дальнейшем, я же говорю, я принял уже участие в европейских стартах и немножко поднял свой уровень, вот. И поэтому я думаю, что в этом году мы бы тоже боролись. Кто победил бы, я не могу сказать, вот, как всегда, это неизвестно. Если взять, вот, например, гонку, которая сейчас, кстати, в эфире телеканала «Экспорт» на этой неделе, это гонка, этап чемпионата Украины по мотокроссу в Мирнограде, да, который пусть и состоялся 9 мая, но наконец-то мы имеем возможность ее показать в максимальном объеме, скажем так, этот репортаж вышел. Так вот там Тарасов и Османов боролись со старта, и оба старта что-то там Османов проигрывал, да? Почему это интересно? Ну, такое бывает, вот мне не пошел старт, там немножко, ну там старт, если честно, была стартовая машинка не в ту сторону наклонена, и поэтому и место старта было просто какое-то, ну, покрытие несоответствующее, там какие-то глыбы, куски чего-то, я не знаю, ну, поэтому, не знаю, мне там не пошло. Ну, ты говорил, что ты, по-моему, еще устал, да, вот эти вот переезды, которые постоянно там, то есть тебе приходится возвращаться в Украину после каждого этапа, потом ехать на следующий, то есть... И при том, что ты
Насколько я понимаю, вы с отцом еще и меняетесь в роли водителя, да? Буса, в котором ездите. Нет, в основном. Нет, в основном отец, да? Да. Ну, да, мне было тяжело. И также вот там у меня старт, например, в Димитрове, у меня не получилось. Два дня до этого у нас был этап в Черновцах, и я там выиграл 3 старта и выиграл 3 заезда у Тарасова. Поэтому там было все в порядке, стартовая машина, было все хорошо, и у меня все получилось. И, конечно, мы после Черновцов сразу же нон-стоп поехали Димитров, это 650 или 700. Ну да, Мирноград, Димитров это он в прошлом году назывался, сейчас переименовали. Мирноград, и я очень, конечно, устал от этого переезда, и поэтому, может быть, так и получилось. Но опять же, у нас уровень примерно одинаковый, поэтому кому-то где-то может трасса пойти лучше, кому-то хуже, поэтому это тоже может сыграть роль. Плюс я ехал на том же мотоцикле, насколько я знаю, у Тарасова уже на этот этап был новый. Может быть, и немножко это могло сыграть именно на старте, потому что новый мотоцикл, он все-таки лучше. Конечно. Я хотел бы обратить внимание вот на то видео, которое сопровождает нашу беседу. Это открытый кубок Львова по мотокроссу, который в этом году проходил 20 мая тоже. И Дмитрий Османов принял в нем участие, самое непосредственное, скажем так, выиграв оба заезда. При том, что трасса, конечно, здесь очень своеобразная, с большим перепадом высот. Она, наверное, не очень простая. И хотя таких вот, ну, явных, наверное, конкурентов у Дмитрия не было, тем не менее, это было интересно, скажем так, ну вот было интересно наблюдать за твоей ездой. Вот как раз Дмитрий Османов сейчас проехал под номером 2, ты выступаешь в этом году. Расскажи немножко об этой гонке, насколько она тебе удалась. А мне кажется, что здесь вообще все было идеально. Да, это была довольно интересная гонка. Мне очень понравилось. Понравился трек. Он очень необычный. Я даже не думал, что у нас такой есть в Украине. Такая видовая трасса, я не видел, что, ну, для зрителей она очень, очень просматриваемая. Вот, видно 90% трассы, и это тоже меня удивило. Если говорить про саму гонку, то, ну, да, эта гонка не была для меня сложной, но все-таки вот конкурент, по-моему, с Литвы. С Латвии, я не Скарклин. Да, с Латвии, ну, конечно, на первых кругах мне заставило меня немножко поволноваться, потому что ехал достаточно быстро, но, видимо, я слышал, у него какой-то был перерыв, и поэтому ему не хватало силы ехать так дальше. Но тем не менее, тут все получилось, да? То есть, на самом деле, как, наверное, у любого человека, у любого спортсмена тоже есть какие-то свои такие пиковые, да, периоды какого-то, скажем так, концентрации формы, какие-то провалы, которые связаны там и с физическими кондициями, еще. Что для тебя на самом деле служит таким, скажем, возможностью восстановления и роста? Когда ты, благодаря чему, приходишь в свои, скажем так, в свою лучшую форму физическую? Ну, в лучшую форму, когда удается проехать максимальное количество гонок и сохранить свою натренированность, то есть, когда я проезжаю много гонок и при этом не получаю травм, вот, и мне удается поддерживать свой тренировочный ритм, вот, тогда я выхожу на лучшую форму. Обычно эту форму портит только травма, полученная какая-то на гонке, вот, и это все, конечно же, сразу же оттягивает далеко назад. Вот, кстати, мы тогда не поговорили с нашим столкновением с Иртом. Вот. А мы не дошли до этого, да? Это произошло уже на каком? На третьем, по-моему. Третий у нас был на в Ковеле этап, да, четвертый. А до этого просто, чтобы уже сохранять такую хронологию, потому что на самом деле, уважаемые друзья, любители мотоспорта и телезрители наши, я хочу сказать, что этап чемпионата Европы, то есть чемпионат Европы 2018, он состоял из 5 этапов, вот, и третий этап как раз состоялся в Украине, в Ковеле, уже можно сказать традиционно. Насколько легче было выступать на, скажем так, на родной земле, и насколько там была возможность себя проявить на полную? Да, на родной земле намного лучше выступать, это меня мотивировало, хотелось приехать первым, вот. У меня были хорошие старты, я стартовал, хотя нет, первый заезд у меня был не очень хороший старт, я стартовал четвертым и быстро выбрался на третью позицию, вот, ну и, собственно, так и приехал, потому что пока я выбирался, мои соперники, это Михайлов и Мичек,
уехали достаточно далеко, порядка 200 метров, наверное, у меня отыграли, поэтому я приехал третьим. Второй же заезд я стартанул первым, ехал несколько кругов первым, потом Мартин Мичик меня опередил, и я сохранил его темп и словил его темп. Вот, и мы достаточно далеко уехали от Евгения Михайлова. Потом у меня была проблема в повороте, я заглох. Михайлов. Почему? Меня... Что это? Ну, просто заглох, не справился с управлением немножко. У меня ушло заднее колесо, я как-то то ли перетормозил, и... но смог завестись. Михайлов меня догнал, но я смог опять восстановить темп и немножко от него оторваться. Финишировал вторым и в итоге стоял на пьедестале вторым. Угу. Вот, но по очкам у нас было с Евгением одинаковое количество. Да, вот 20 очков у тебя, то есть за третье место в первом заезде я вижу, и 22 за второе, во втором заезде, то есть всего у вас было 44 очка. И тут мы подходим к самому интересному, да, моменту чемпионата, когда на тот... После вот этого третьего этапа Ковельского у вас шансы с Михайловым были, по-моему, примерно равные, да, и по баллам у вас разрыв был совершенно небольшой. Да. Понятно, что Мичик уже был таким явным такой доминантом, явным фаворитом этого чемпионата, но с Евгением вы могли еще побороться. Да. Однако уже на предпоследнем, на четвертом этапе что-то произошло, и я знаю, что это серьезно повлияло на твою, на твое дальнейшее выступление. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, в первый соревновательный день на квалификации, это у нас такой же заезд, только он немножко короче, у нас было столкновение с Иртом, я ехал на второй позиции за Мартином Мичиком, держал хороший темп, за мной пол заезда ехал Ирт, и на одном из подъемов у меня, я совершил ошибку небольшую и немножко сбросил темп, и Ирт меня, не знаю, что произошло, он просто в меня врезался. Мне прямо в левую ногу, вот, мы вдвоем упали, вот, но потом уже поднялись, и Ирт, и я все-таки доехал с трудом, но из-за этого падения у меня очень большая была проблема с ногой и до сих пор болит. Вот. То есть ты получил травму, скажем? Да, серьезную травму на самом деле, она у меня опухла, очень большая стала, и мне даже было тяжело потом снимать мотобот. Думаешь ли ты о том, что это могло быть какие-то, скажем так, намеренное какое-то действие, умысленно, что называется, со стороны гонщика? Ну, смысла ему, потому что он не едет весь чемпионат, он приехал всего лишь на один этап, и, ну и плюс он сам упал сильно, у него очень сильно была сдёрта спина, плечо, поэтому он сам мог, в принципе, не принимать участие вообще в чемпионате, ну, в этапе из-за этого, поэтому я думаю, что это из-за его глупости, может быть, из-за... Ну, гоночный инцидент, скажем так, ну, да, что-то такое. Да, ну, потому что Ирт, он уже отличался и раньше, у нас было с ним столкновение в том году на чемпионате Европы. А, то есть у вас длительная история столкновений, да? Ну, как бы, да, он всегда в меня въезжает, я его просто обгоняю, я еду немножко быстрее его, вот, но очень незначительно, и так получается, что уже второй раз он меня... врезается. Травмирует при этом, да. Ну, эта травма, она, скажем так, наложила отпечаток на дальнейшее выступление? Конечно, да. Она мне не давала ехать в полной мере, потому что у меня нога болела на приземлениях, я не мог далеко прыгать, не мог проезжать быстро левые повороты, потому что в левых поворотах часто отталкиваешься от земли, и мне это уже она делать не позволяла. В принципе, с ней даже, я думаю, что ехать нельзя было, но мы уже все-таки... решили побороться хотя бы за третье место. Вот. Второе нам уже было не достичь, но третье вполне реально. У меня был хороший отрыв от четвертой позиции, поэтому мы накололи себе обезболивающее в ногу, вот, заморозили ее, и я смог отъездить первый этап. Ой, ну, первый этап. Четвертый этап, да. Да, четвертый этап, первую гонку. А это произошло во время тренировки, да, ты говорил? Или во время заезда? В квалификации. В квалификации произошло, да. То есть столкновение. То есть уже непосредственно сами заезды, да, которые, собственно, определяют место и очки, да, то есть место на этапе и количество заработанных баллов, то есть уже пришлось ехать вот в таком вот режиме полутравматическом. Да, да, я ехал аккуратно, приехал два раза шестым. Ну, мы посчитали сразу по очкам, с каким нужно приехать. Это два раза шестым нас устраивало, поэтому я смог с трудом, но все-таки проехать. После этого был какой-то там, ну, период лечения там или что? Как ты готовился к последнему, к финальному этапу? Ну, как бы мы были все-таки в чужой для нас стране, и как, ну, тяжело было, на самом деле, там где-то найти доктора. Ну,
мы своими силами лечили, мы мазали ногу постоянно, там делали повязки, потому что она распухала, мы ее как-то, ну, таким эластичным бинтом связывали, чтобы ее сильно не разносило. Вот, ну и всю неделю восстанавливались, мы не ехали домой, мы остались там, ну, поехали там на берег, там на море, остались там, то есть... Немножко удалось там хотя бы расслабиться. Между четвертым и пятым этапом там неделя, по-моему, была, или две, да? Неделя. Неделя, да, то есть буквально все вот так сразу, то есть не было возможности, да, и ну, действительно нереально, наверное, просто вернуться нереально. В Украину, и поэтому... Ну и, в общем, финальные этапы и, собственно, завоевание бронзы. Финальный этап был в Сербии, в городе Крушевац. Я уже немножко восстановился, уже нога так сильно не болела. Вот, спала вот эта опухлость, все. Но все равно на мотоцикле она ехать мешала. Я, опять же, не мог прыгать далеко, то есть только в приемнике, то есть на ровное нельзя было улетать. И также в левых поворотах я очень аккуратно ехал. Она мне не давала подсознательно ускориться. Блок такой поставила мне психически, как бы... Не мог я быстро ехать, поэтому ехал по мере своих возможностей. В первом заезде я приехал четвертым, вот, ну, отстал недалеко от своих конкурентов, в принципе, но четвертое место. Во втором же заезде я также ехал четвертым, но пробил колесо, и поэтому приехал там. Ну, там, по-моему, уже... Нет, там пятым во втором заезде, если я не ошибаюсь, где-то. Нет, не пятым, шестым. Шестым, да? Шестым, но, да. Тем не менее, это тебе все-таки дало возможность снова... То есть, третий год подряд Дмитрий Османов, друзья, остается у нас призером чемпионата Европы. Это уже само по себе достаточно интересно. И результат, безусловно, хороший. То есть, ну, не выпадать из тройки общеевропейского первенства в самом мощном классе, в опене. Это, наверное, как бы очень радует, да, и так как-то так вдохновляет. В следующем году ты думаешь, ну, все-таки снова попробую или уже не надо, уже оставим это первенство. Будем пробовать. Все-таки нужно занять первое место. Будем пробовать. Хорошо. Дима, вот у нас несколько вопросов здесь поступили, да, перед эфиром. Мне, ну, они, может быть, как раз разбавят нашу такую с тобой серьезную беседу во всех этапах, да. Вот, на самом деле, удавалось ли тебе ездить в такое, во время дождя, как ты чувствуешь себя при таких гонках и лужу какой глубины ты брал? Ну, да, бывало, шел дождь, мотокросс не отменяется, только если очень сильный пойдет. Поэтому бывало ездил, даже вообще видимости не было, снимал очки, там буквально видно было пару метров. Ехать нормально, но только, конечно же, скорости уже не такие, уже едем поспокойнее, уже никуда не летим. Лужи да большие, бывало даже два колеса уходило полностью, бывало и падало в этих лужах. Даже такое, да? То есть да, случалось да. Это. Потому что я, например, дождевых гонок несколько в своей жизни видел, но они были все, просто так, больше грязевые, наверное, да? А оказывается, можно и с такими лужами, да, ездить. Да, бывало, даже падал в лужу, и вода затекала в мотоцикл, и мотоцикл потом не работал, там, ну, короче... Разное было, я уже езжу достаточно долго. Да, вот как раз вопрос такой тоже от нашего зрителя. А что, собственно, когда ты начал ездить на мотоцикле? И какое твое наибольшее, ты считаешь, достижение в мотокроссе за всю карьеру? Ну, начал я в 4,5 года мотокроссом заниматься. Ну, конечно, самое большое достижение, это в том году было второе место на чемпионате Европы. Классе опыт, серебряный призер. Да. Ну, а ты начал ездить, да, под руководством отца. Насколько я понимаю, и сейчас тоже там твой отец Сергей остается твоим тренером. Не сложно ли вот все время находиться рядом с отцом? И не сложно ли там как-то так вот его выдерживать наставления, скажем, может быть, какие-то там еще? Какие вообще у вас отношения, когда отец-тренер, это не самая стандартная, может быть, ситуация для... Ну, вообще, мотоспорта. Хотя бывает, но обычно где-то они все равно вот рано или поздно уходят в тень. Вы вот уже много лет, я вас вижу вместе с отцом. Ну, мы уже привыкли друг к другу за столько лет, уже понимаем друг друга, ну, с первых слов. Поэтому нормальные, хорошие взаимоотношения. Вот каждый выполняет свою работу. То есть моя работа хорошо ездить, занимать места папина, то есть обслуживать мотоцикл. Бывает, ссоримся, но
то это ненадолго, буквально там подуемся там пару минут и миримся. Вот. Что самое важное качество, какое, или что самое важное в общении с отцом? Что он тебе дает вот, ну, в контексте гонок? Ну, в первую очередь он мне дает поддержку и моральную, и поддержку в плане, конечно же, всего остального, там, мотоцикла, это всего-всего. Мы с ним всегда ходим по трассе, по треку смотрим, выбираем дорожки, он мне всегда подсказывает, потому что он понимает, наверное, и сейчас больше, чем я в этом. Поэтому... Ну да, все-таки отец твой, это мотокроссмен, тоже в прошлом достаточно известный, при том да. Он принимал участие и в сайдкар-кроссе, то есть мотокроссе на мотоциклах с колясками, и в сольном мотокроссе. Вот. И действительно, его опыта вот до сих пор хватает. То есть ты вот с чистой душой говоришь о том, что вот папа все равно круче меня понимает все. Конечно, конечно, да. Я думаю, что да, он и на мотоцикле очень быстро едет на самом деле. Вот. Если бы у него еще здоровье было, так я думаю, что... Мог бы в ветеранском классе погонять, да? Да, я думаю, да. Поддержит меня во всем. Вот. И самое главное, это на соревнованиях. Без него бы я не смог бы просто, я думаю. Ну, это прекрасно. Это действительно очень здорово, что когда есть такие взаимоотношения семейные, потому что, ну, из семейных взаимоотношений, из вообще семейного какого-то счастья, покоя, наверное, тоже очень много складывается успеха, потому что, ну, я понимаю, какие напряжения и какой груз ответственности, но плюс еще вот боль, то есть, да, может давить на гонщика на протяжении всего чемпионата. Что было для тебя наиболее сложным, вот что больше всего давило? Может быть, груз ответственности какой-то такой, вот, я ж должен там, или наоборот, вот это вот... желание там, я не знаю, там, доказать тебе опять, что я могу, тем более еще и травма, то есть вот, что было сложнее всего? Сложнее всего травма, наверное, была. Да, ответственность есть, тоже, ну, в заезде забываешь об этом всем, ты только там, может, в закрытом парке об этом думаешь, уже в заезде ты настраиваешься показать лучший результат, мешала только травма. Она просто не давала ехать и не давала и хороший старт сделать, потому что мне было страшно, что меня опять кто-нибудь въедет в эту ногу, потому что на старте частые столкновения какие-то мелкие такие, да, и вполне... Контакты, да. Контакты, да, и вполне возможно, кто-нибудь зацепил бы ее, и мне бы вообще пришлось бы съехать. Поэтому я стартовал так безопасно, как-то пытался хотя бы в серединке уехать. Так что нога эта, она составила большое препятствие для меня. Понятно. А на самом деле середина сезона, да, у нас июль месяц, еще даже не середина лета, да, и чемпионат Европы, вот класс Open уже закончен, это такое мероприятие, которое уже прошло. Что дальше? Где ты планируешь ехать и, собственно, удалось ли уже восстановиться от этой травмы, скажем так, на 100% или на сколько там? Ну и что у тебя впереди в этом сезоне? Впереди... чемпионат Украины по версии ума. Вот. Я сейчас там иду на, по-моему, на первом месте. Да, на первом месте. И будем продолжать этот чемпионат ехать. Вот буквально сейчас будет в городе Бучач продолжение этого чемпионата. Ну, также будем, может быть, я еще не знаю, поедем на какие-то соревнования за границей, там, может быть, куда-нибудь. Ты ездил несколько лет подряд, я знаю, в Польшу, да, принимал участие там в каких-то открытых первенствах, да и в Молдове вот было в прошлом году. Что в этом году? Все-таки международные гонки, они, наверное, ну, как минимум интереснее тем, что больше конкуренции там. У нас в Украине сейчас от этапа к этапу очень сложно собрать количество реальных таких соперников. Ну, да, мы поедем в Молдавию в этом году, там конкуренция, в принципе, ну, я думаю, она там не отличается от конкуренции в Украине. Ну, количество гонщиков, может, отличается? Ну, количество, да, но количество — это не качество, и поэтому мне бы хотелось таких равных мне соперников. А равных мне сейчас не так уж и легко найти. На всю Украину один Владимир Тарасов, вот, ну и Роман Морозов тоже.
Но Рома в этом году, да, он с мотоциклом немножко да, не может найти. Тоже составляет конкуренцию, особенно на первых кругах. Первые ползаезда он очень сильно прессует, но потом все-таки за счет того, что, наверное, мало тренировок, он сдает немножко, и мы немножко от него отъезжаем. А как ты вообще оцениваешь сейчас конкуренцию в украинском мотокроссе? И, ну, на самом деле, у нас же есть уже и представители класса MX2, да, менее кубатурного, которые уже подрастают, это и выходят, это Дима Чернов, там Семен Неруш, там они, удавалось уже где-то с ними там на гонке вместе ехать и как-то там, они похожи, они могут составить тебе конкуренцию, ну, хотя бы в обозримом будущем, может быть, так. Ну, я очень хотел бы в это верить, что у них получится догнать нас, но пока что тяжело этим ребятам с нами ездить, потому что отстают более чем на круг за заезд, да? За заезд, поэтому пока что от конкуренции не идет и речи. Да, могут, может быть, на первых кругах там немножко там с нами, если первыми стартуют, то могут, ну, подержать там круг, может быть, но там конкурировать они еще не могут. Ну, у них еще все впереди, я думаю, вполне возможно, они нас догонят. Ты хотел бы, чтобы действительно конкуренция такая в украинский чемпионат вернулась? И что, на твой взгляд, для этого нужно? Да, конечно. Я очень хотел бы, чтобы много людей ездило, хотел бы, чтобы таких, как я, еще человек 5 бы со мной ехало. Это, во-первых, бы поднялся бы наш уровень общий, ну, как мотокросса, потому что начало бы и больше заниматься, и начинать людей, потому что по ним смотрели, не один я там с Вовой едем, а много людей едут, и больше бы интереса было и у молодежи, там, и у всех остальных. Ну и плюс наш бы уровень поднялся, мы постоянно были бы в борьбе, и уже бы более уверенно себя чувствовали на зарубежных чемпионатах, потому что там ребят много, и они постоянно рубятся, там таких с одинаковым уровнем может 10 человек ехать, и поэтому у них идет рост. Поэтому хотел бы, ну, будем смотреть. Ну, в первую очередь, для того, чтобы поднялся наш уровень, это нужна поддержка. Если у нас будут новые мотоциклы, будут какую-то зарплату гонщику платить. Ну да, ведь мотоцикл — это же не просто еще, это, ну, то есть это не все, да, хотя это самое важное, но надо доехать на гонку, надо в конце концов иметь расходники, надо иметь экипировку, в общем-то, надо что-то правильно там питаться как-то, все это стоит денег каких-то, это тоже общий бюджет как бы всего гоночного процесса из этого состоит. Тебя поддерживает в плане, там, может быть, экипировки кто-то тебя в Украине? Да, меня поддерживает магазин Moto Crazy Town. Он мне дает мотоботы. Вот. Поддерживает меня Cerbis Украина. Вот в этом году начали сотрудничать. Дали мне экипировку тоже там. То есть это тоже деньги. Одни мотоботы могут стоить 400-500 евро, если да, не больше. Да, это очень дорого. И мне дают по 2 пары на сезон. Мне хватает. Также с Соклеем начали там сотрудничать, тоже мне дали очень крутые очки. Вот, как я уже и говорил, да, Евроинс Украина поддержит очень хорошо. Ну что ж, то есть, наверное, не все так плохо, то есть, конечно, что всего многого не хватает, но, как я когда читал, говорит, но без помощи спонсоров не хватало бы гораздо большего, да, поэтому сейчас Дмитрий Османов, невзирая на все сложности, невзирая на травму, невзирая на то, что въехал весь чемпионат на одном мотоцикле, он все-таки смог получить бронзу чемпионата Европы в классе Open 2018 года. Третий год подряд, напоминаю, Дима остается призером этого чемпионата. Ну и с этим мы тебя еще раз поздравляем. Спасибо. Я надеюсь, что следующий год для тебя будет более, еще более успешным. Ты сможешь, надеюсь, не только повторить эти достижения, но и постараться принести Украине очередную победу в этом первенстве, в чемпионате Европы по мотокроссу в классе Open. Я тебе очень благодарен, Дима, что ты принял участие в нашем сегодняшнем общении, что ты просто смог к нам приехать. Я думаю, что зрителям было интересно послушать твои ответы. Будем следить за твоей гоночной карьерой дальше. Смотрите телеканал X-Sport, читайте новости мотоспорта на сайте xsport.ua. Болейте за украинских спортсменов. Непременно встретимся. Большое спасибо!